Чуть более десятилетия на Брещине проходит турнир памяти героя Беларуси Дмитрия Гвишани. За время существования состязания покорять берестейский ринг в город над Бугом приезжали представители лучших спортивных клубов, количество которых из года в год только увеличивалось, а турнир становился своеобразной визитной карточкой региона и сегодня является одним из наиболее престижных соревнований в республике. Этот турнир, он носит такой не только спортивный характер, но и действительно для воспитания нашей молодежи, для воспитания патриотизма, любви к родине, это действительно незаменимый турнир. А родители Дмитрия Гвишани, они уже 11 раз тоже присутствуют здесь. Вы знаете, они являются не только, как представляют память своего сына, но являются движущей силой этого турнира. Популярный спортивный турнир по борьбе – это хороший способ напомнить берестейцам о современных героях, в списке которых после Владимира Корвата идет имя курсанта военной академии Дмитрия Гвишани, который ценой своей жизни спас десятки других. Однако не только в Бресте чтят его память. В республике проходит несколько спортивных мероприятий, посвященных Дмитрию Гвишани. Есть еще три турнира. Значит, вот Академия 10 лет проводила турнир по ушу, открытый чемпионат, а потом руководство Академии предложило, значит, проводить турнир памяти сына, армейский рукопашный бой. Вот в этом году, в марте месяце, уже был второй по счету, значит, армейский рукопашный бой, турнир памяти Дмитрия Гвишани. А Молодечно, значит, поскольку Молодечно давно занималась, значит, ушу, и у них был межгосударственный турнир, и они приняли решение называть его именем сына. Каждый год бойцовский турнир проходит в сопровождении настоящих взрывных эмоций. На татами только лучшие бойцы, в зале только преданные поклонники борьбы. Поединки самые острые и зрелищные. Эти состязания одни из наиболее престижных, поэтому победа в них настолько важна для каждого участника. Целый год спортсмены готовятся, чтобы на протяжении нескольких минут боя показать настоящий мастер-класс. Как-то получается учеба в вторую смену. Получается после учебы сразу на тренировки. С утра встаешь, делаешь. Знаете, что надо сделать? Уроки и все, успеваешь. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Виктор Халявко, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».